Ну что, друзья, всем привет! Вы на канале Мусорщик. Сейчас у нас обзор находок со свалки, которые остались после раздачи. Я потрудился, все их пронумеровал. И под каждым номерком в комментариях вы пишете. Номер один мне. Если кто-то первее вас написал, то не пишите. Вот, поэтому, друзья, все вышлю почтой по Беларуси, но пересыл за счет получателя. Наложенным платежом от 2 до 5 рублей. Находки со свалки, процентов 80 они не работают, поэтому подумайте хорошо, прежде чем писать, нужны ли они вам. Ну, погнали делать обзорчик, что у нас осталось. Итак, после раздачи подписчикам у нас остался. Запоминайте цифры, помечайте себе и как бы уже будете писать комментарий. Я не буду по порядку, но давайте хотя бы попробуем. Номер один. Номер один — это стопочка со старыми пластинками. Вот, видно, циферка 1. Кто первый напишет, прикреплю. Стопочка довольно внушительная, тяжелая. Номер 2. Вот, двоечка. Двоечка — это фен женский. Не знаю, работает или нет. Так. Номер 12. Смотрите, 12 номер. Сейчас, секунду. Чтобы только батарея у меня не села. 12 номер — это точилка для ножей. Она в разбитом состоянии, ее нужно собирать. Но вроде все запчасти на месте. Номер 4. Вот, номер 4. Огромный пылесос. Не знаю, огромный. Кому надо, тоже пишите. Вот. Так, номер 5. Номер 5 — это электрочайник. Вот такой электрочайник. Мы его в сборе с хлебницей подарим, чтобы просто не париться. Номер 9. Сварочный щиток. Без душки. Видите, душки нет. Так, дальше у нас какой-то погружной блендер. Номер 11. Погружной блендер. Геймпады у нас остались, друзья. Я 3 геймпада подписал их под номером 14. Соответственно, будет 3 раздачи. Да? Вот 3 геймпадика осталось. Машинка для стрижки волос под номером 10. Электрочайник номер 7. Отпариватель для одежды номер 13, да? Видели. 2 электронные книги в одни руки. Номер 20, друзья. Номер 20. Так, ну всякий хлам не стал уже снимать. Лампа для маникюра, 18 номер. Кофемолка, номер 19. Обогреватель, номер 17. Так, вот эту вот коробочку подарков старых телефонов, кнопочных и домашних, мы пометили под номером 15. Паровая некая швабра, друзья, номер 6. Рюкзак, помните, да, рюкзак немножко надорван, грязный, стоит постирать, под номером 8. Вот, восьмерочка. Номер 8. Пылесос. Пылесос Scarlett. Вот такой пылесос, номер 3. Так, ну что, вроде и все номера, не так уже и много, как бы. А, нет, вот у нас еще остался погружной блендер под номером 16. Не знаю, ну пишите в комментах, может, что пропустил. Чайник этот уже не стал никому отправлять. Барахло, так сказать. Ну, что сказать. Такой вот видеообзор находок, которые остались после раздачи. Все остальное забрали на раздаче, друзья. Надеюсь, что вам нравится. Подписывайтесь, ставьте лайки. Ну, смотрите дальше мой канал, а я буду продолжать собирать находки, копить их и дальше раздавать своим подписчикам. По РБ высылаю почтой. Все, спасибо, что смотрели. Ставьте лайк, подписывайтесь. До свидания.